Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Роману Бондаренко и Андрею Зельцеру. И вот появилась информация, что санкции Запад может ввести против гостиницы «Минск». Вроде какой-то бред. Гостиница, какие санкции, какое оно отношение имеет вообще к Западу? По сути говоря, многие из людей не знают, что существует такая гостиница «Минск». Но я вам хочу сказать, что эти санкции — это правильное дело. Пусть вводят санкции против всего, против даже ЖЭКа какого-то минского. Это нужно, пусть даже будет информационный повод, чтобы мир, мировое общество не забывало о проблеме в Беларуси, о проблеме простых людей. Я считаю, что это нужное дело. Я за ввод санкций против гостиницы «Минск».